Привет, меня зовут Сергей, вы смотрите канал «Голодный мужчина». И сегодня среда, ни туда, ни сюда, полноценный выпуск будет завтра. И мы вдруг подумали, что для него вам придется научиться чистить яйца. Да, поэтому сегодня мы покажем вам два простых и очень оригинальных способа чистки яиц. Поехали! Итак, для начала сварим яйца. Наливаем в сотейник воды, опускаем два яйца, включаем средний огонь, доводим до кипения. Кипятим ровно 10 минут, снимаем сотейник. Кстати, воду при варке мы не солили, опять же экономия. Подставляем под холодную воду, закончили. Дальше фокусы. Для первого способа нам понадобится банка. Наливаем в нее немножко воды, перекладываем яйцо, закрываем крышкой, начинаем трясти. 5, 4, 3, 2, 1, дон! Достаем яйцо и без проблем счищаем кожуру. Кстати, покупайте всегда не самые свежие яйца, а где-то 5 дней с момента упаковки. Свежие очень плохо чистятся. Второй способ менее интересен для тех, у кого нет банки. Достаем яйцо, легко постукиваем им по поверхности, затем перекладываем на ладошку и аккуратно прижимая перекатываем его пару раз. Катайте его нежно, словно это знахарка с газеты, которая выкатывает с глаз. И вуаля, скорлупа снялась без проблем. Вот они, готовые к употреблению. Ну все, хватит, обычные яйца. Надеюсь, это видео было для вас полезным, ну или хотя бы интересным. А нормальные рецепты ищите на нашем канале «Голодный мужчина» в YouTube. Можете поставить внизу лайк, если вам понравилось. Мы все-таки старались. Ну и, конечно, нажав на эту кнопку, ваша жизнь станет вкуснее и жирнее. Увидимся завтра.